Всем привет! Сегодня на распаковке будет одна посылка. Посылка довольно интересная. Оценили китайцы ее в $50. В данной посылке находится телефон. Популярная модель Dugi X5 Pro. Варварски ее порежем. Так, это нам не надо. Китайцы сэкономили на упаковке, завернув только в пупырку, потом полопаем до досуги. И смотрим. X5 Pro. Бюджетный аппарат стоимостью $80, ну где-то примерно так. Так он выглядит. Сейчас запустим. Скорее всего, аккумулятор заклеенный. Да, аккумулятор заклеенный у нас. Имеет две сим-карты. Первая, вторая. Слот под карту памяти до 32 гигабайт. И аккумулятор у нас 2400 тысячи миллиампер. Ну, судя по размерам, там где-то примерно 2000 имеется. Сейчас мы его запустим, пробежимся по комплекту. Вибрировал. Дуги. Комплект тоже предельно такой бюджетный. Блок зарядного устройства Дуги с логотипами на 700 миллиампер. Кабель зарядки уже размотанный, кто-то уже пользовался, походу, дело до меня. Какая-то непонятная пленка, инструкция, ну и собственно все. Инструкция, вижу, на английском и на русском языке есть. Ну, инструкция никому не нужна, конечно. Так, аппарат у нас запустился. Welcome. Так, телефон имеет у нас 4-ядерный МТК-шный процессор с частотой 1 ГГц. Видеочип Mali 720 и 2 гига оперативной памяти с HD экраном. Экран у нас 5 дюймов. Так, language. Смотрим русский язык. Так, English. Китайский какой-то пошел. Русский, да, русский есть язык. Пробежимся. Аппарат довольно бюджетный, но в то же время имеет уже установленный Android 5 и неплохие характеристики. Да, 5.1 Android. Камера у нас фронтальная должна быть 5 мегапикселей. Задняя камера у нас должна быть 8 мегапикселей. Сейчас найдем камеру. Камера. Посмотрим. Ну, так себе для 8 мегапикселей. Может быть, освещение плохое, но может быть, скорее всего, 5 мегапикселей стоит камера. Довольно тяжелый телефон. Покрытие типа Soft Touch. Очень сильно морается. Но за такие деньги самое то. Телефон был заказан не мне. Так что себе его ставить не могу. Подробный обзор не могу сделать. Так что как-то так. Сейчас попробую еще прикрепить фотографии и видео с камеры. Все, всем спасибо. До новых встреч.
Тест камеры Dugi X5 Pro. Камера 8 мегапикселей.